Враки, пацаны, стоят. Вот нога последнего игрока. Все. Подошел за ногу. Сбоку. Ты уже вне игры. По последней ноге. То есть, если ты вот так подбежал, ты уже заходишь в блоку. Вот отсюда. Только ты имеешь прям вот так взять, меня подхватить, начать движение вперед дальше. Выталкивать игроков, сделать чистку. В минувшее воскресенье в Иваново прошла первая в этом году домашняя встреча Кубка Золотого кольца и чемпионата России по регби. На стадионе «Автокран» ивановские «Белые акулы» принимали владимирских «Львов». Хозяева поля оказали серьезное сопротивление. Гостям лишь единожды удалось реализовать попытку, тогда как ивановская команда то и дело поражала ворота соперника. Встреча закончилась убедительной победой хозяев – 24-5 в пользу ивановцев.